Твери продолжается строительство новых детских садов. Глава города Алексей Огоньков проинспектировал ход строительных работ в Чайке и в Южном, где благодаря нацпроектам скоро появится два детсада на 190 мест каждый. Здесь будет тоже асфальт и, соответственно, резиновое покрытие. Вот все, что уже подготовлено, да, уложили ровный газон, с вчерашнего дня приступили к устройству МАПа. Первый объект инспекционного выезда главы города – детский сад на 190 мест на улице Склескова. Работы подходят к завершению. Здание построено и подключено ко всем коммуникациям, включая отопление. Подрядчик благоустраивает прилегающую территорию и заканчивает внутреннюю отделку помещений. Сегодня в рамках проектного комитета мы проводим такое выездное совещание. Мы смотрим наши объекты, строящиеся в городе. Это два детских садика, один детский сад на улице Склескова. Уже можно сказать, что такой хорошей степени готовности, хорошая динамика. И мы планируем и ставим задачи для себя и для подрядчика его завершить до конца года. На улице Левитана в Южном работы по строительству еще одного детского сада на 190 мест тоже в активной стадии. Возведено трехэтажное здание. Подрядчик завершает монтаж внутренних перегородок и перекрытий. Далее начнутся облицовочные и отделочные работы. Сейчас на объекте прокладывают коммунальные сети. Подрядчик в ближайшее время получает окна, закроем контур, думаем, как сюда подвести тепло и, соответственно, для того, чтобы можно было также проводить и в зимнее время здесь качественную достройку, отделочную работу. Системная комплексная работа по строительству объектов соцсферы ведется в городе благодаря нацпроектам и при поддержке правительства региона. Напомним, в 2021 году был открыт новый сад на 150 мест на улице Планерной. Ранее в рамках нацпроектов демографии и образования в городе появились новый корпус школы номер 50 в микрорайоне Юность, центр образования имени Трощанка в Брусилове и детский сад Росток на Октябрьском проспекте.